Всем с добрым утром. Проснулся я. Синий Майнкрафт, да. Так, я переехал в деревню. Так, берем свои ресурсы. Вот. Блин, надо 4 изумруда оставить. Потому что отель такой дома. Смотри, какой удобный, уютенький. Когда гроза, здесь лучше не быть. Здесь так все. А как я типа пролезал? А тогда никак не пролезал. Мне подарили творческий режим. Но мне его надо лучше выключить. Потому что я когда приезжал, наверное, так случилось. А. Так. Так где здесь мой дом? Вообще купить его. Вот, и вот только здесь это и строится город, вот такой городок. Это мой дом, да? На льду прям построили. Как я теперь в него приберусь? Можно здесь входы где-то? Не достроили здесь плохо вообще. Здесь воду разлили. Нормас. Ой, еще землю сюда наложили. Я что, вам лед умею ломать? Я сюда только переехал. Добро пожелать. А как сюда вообще запуститься? Вы что? Не достроили ли этот дом, да? Чё, вход не построили? Да сам построю. Ну, а как войти вообще мне? Ладно, давай сами построим. Сами внедрение, хоть из песка. Чем не песок, я не знаю. Все самое ненужное я оставил там. Вот и наконец. Еще вот сколько это все стоит вообще? Не хватит хоть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, да? А там написано было 8 стаков изумруд. 7 стаков, то есть это 7. Значит, это мое, значит, все. Угу. Сказали оставить в сундуке. А в каком сундуке? А? Они зачем с пультов посадили сюда? Но этот замок вчера он устроился, сегодня только построили. Только проснулся, он уже такой разгромленный. Вещи новые, смотрите, прямо. Надо сюда много всяких мебели накупить. Это нам не нужно. Где вообще мебель будет стоять? Это что такое? Сейчас здесь все наведу. Ну, как бы говорится, вы сказали, осматривайте здесь. Но я покупаю, почему-то дешево 7 изумрудов. Я не знаю, потому что это деревня. Что это? Это же денег стоит. Всякие механизмы настроили. Здесь что? Ну, в общем, здесь надо мебель мне накупить, в общем. Сходить в магазин за мебелью, а так... все такое плохое. А второй этаж здесь есть? Или я... А вот и второй этаж. Че, опять спать? Ну, ладно, всем спать. Свечерело очень рано вчера. А может, я спал очень долго? А, до 16, возможно, спал в Майнкрафте. А тогда ладно. Это что, душевая, что ли? Да нет, чё? Не-не-не, это не нравится домик. Я хочу другой. А у меня деньги есть? Мне вот почему это? Что это? Надо всё здесь обустраивать.
Да. Плохой домик построил еще над закрытым небом. Вы что, издеваетесь? Холодно. Я так терплю. Надо придется нам подостроить, да? Вот почему 7 изумрудов стоит. Такую ерунду 7 изумрудов. Ладно, надо изумруд оставить в одном домике и мне идти по делам. Я вы... Ну, это даже 7 изумрудов не стоит. Ужас, что это. Не побуду я, блин. Да не, какие-то настройки здесь этого дома. Ничего не работает здесь. И думаю, хороший домик. Где спруты? Это, наверное, где хо... И почему он сделан из снега, а? Он сделан нафиг. Да ладно. Чё придираемся? 7 изумрудов остаёмся. Мне ещё изумруды есть. Где-то 7 стаков. Ещё 60 стаков. Придётся мне найти их. Займы взять. Так, где оставить 10 изумрудов, сказали. Так, ну я помню здесь, да? А, да, вот. Сказали, хлебушка можно взять немножко. Да зачем брать? Пусть у них останется 7 изумрудов. О, видите, вот знак даже есть, что это сюда мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7. И один стак у меня остался. И что я на него могу купить? Может, домик здесь какой-то? Какой здесь продается, я не помню. Это не продается. Извини, житель, что я тебе помешал. Но я могу купить отельный дом. Около отельного. О, я могу этот купить. Он там много стоит. Не, ну смотри, одна квартирка стоит 2 изумруда. Я... Ой, то есть 2 стака изумруда, это по 64. Но я должна решиться, хоть где жить мне, в Майнкрафте хоть. Ну вот это продается. Армаз продается. И... Кто ты? Защитник. Надо от него убежать, в общем. Такой у меня челлендж. Вот если ты меня прибьешь, я все свои изумруды потеряю, свой бизнес. Помогите, если я... Помогите, жители! Вы мне за ущерб заплатите потом. За ущерб. Но это один изумруд, если мне... Если я бедненький, вот мне... А это весь домик надо купить. А я... одна квартирка, сказали. А как здесь жить? Это что, дружно надо... Ай, больно! Дружно живите. А новая квартирка? А, здесь с друзьями жить. Пока никого здесь нету из жителей. Можно подхапать для друзей. Отхапать. А так... О, вот она. 102 изумруда. А у меня же один изумруд... Понятно. Ну как вам сказать, хороший домик или плохой? Ну, я оценяю на 3 балла. Как на 3? На 10. Ну, этот лучше, чем этот. За 7 изумрудов просто отдал. Ни за чего. Еще обустраивать это мне еще нужно 6 стаков. Потому что все там дорого, всякие унитазы там. Унитаз нужно купить. Чтобы... И еще надо, чтобы складывать по полочкам. Ах, ё. Понятно, хватит уже проблемы отчитывать. Что надо покупать. Изумруды как найдутся. Жить тоже нужно где-то в Майнкрафте. Хоть бы... Вот это вчера уже построили, оно новое. Кстати, а если будет жара, это, ну, если потеплее, ну, это дом что растает. Вот почему его здесь поставили, я говорю, че он снежный. Кстати, чтобы спать там, нужно одевать плед.
А это спускаться? Спускаться. Ух, о, смотри, какая квартира. Так, мне надо поесть. Мне даже поесть нету. Зачем я хлеб не взял? Они сказали, хлеб берите. Ладно. Забудем этот каталог. Может, кролика сырого сожрать? Иди сюда. Мне тебя очень жалко. Я жрать хочу. Ой, я есть хочу! Какой-то жадный. Ади еда, неплохо. И хоть рыбу свою сырую взял или... Молодец. А это голод, по-моему. Раздобыть еду я не хочу. Чего-то здесь так темно, не смущает. А сколько здесь одна квартира? Я не помню, когда мне говорят. Я думаю, сейчас тут подниматься. Смотрите, квартира какая-то. А, здесь квартира одна стоит 31-30 изумрудов, одна квартира. Ну, можно купить. Она комната, квартира. А, один стак, одна квартира. Ну да. Эта деревня дерёт. Смотри, сколько стаков должно быть. Во всю это последний этаж, а последний этаж сколько стоит. Но я хочу чердак купить. Я самый высокий этаж возьму вообще. У меня же стак остался. Не, я стак лучше потрачу. Ну, что-то нормально. Главное не упасть. Вот. Высотень просто невыносимая. Ну, я не знаю, как здесь все покупается. Это только построили. И мне надо сюда здесь приходить сюда. Я сейчас упаду вообще. Мне вообще скучно. Да ну так делать. Ну, я не знаю, покупку я совершу в следующей серии. Ладно? А на этом всем пока. Был Никита Бражников. И еще мне подскажите, как... Тут не страшно, в общем. Не, ну, денег за это, наверное, много надо отдать, чтобы... А как отсюда выйти? Я потерялся! А скажите, а как? Как отсюда выбраться? Все, я потерялся. Всем пока. И я застряну здесь навсегда. Называется купил квартиру. Немчики. Когда купил квартиру? Помогите! Вообще-то я ничего не покупал. Ой, я сейчас перепугался. Думаю, как вылезу. Опять что ли спать мне? Всем пока. В общем, я на улице переночевал. И всем пока, пойду я лучше погреюсь в уканине, пойду лучше все свои изумруды потрачу, еще есть хочу. Ой, все, всем пока, пока.